догоняй-ка! О, привет, малыш. Сфера и разъем точно такие же, как на Зефа. Но зачем это все? Можно и больше? Спасибо, Биди. Найдем тебе дом. Это Боглик. Поблизости должно быть гнездо. Давай. Что там, Биди? Ага, вот сюда. Есть! Давай-ка посмотрим. Thank you.
статуя прямо перед хранилищем. Думаю, место выбрали не случайно. Нашел загадочный артефакт. Давай, приступай. Давай, приятель, посмотрим, что там. Я изучал ту сферу, что наверху. Я чувствую его восторг. Я знал, что ты туда рванешь. Я в тебе не сомневался. Бедного Бобрика убили. Он пытался защитить свою семью. Ты отстаешь. Тот, кто здесь жил, обустроил внутри склад для еды и припасов. Догоняй-ка!
Есть что-нибудь интересное? Мой друг, исследование сферы принесло плод. Постарайся не пораниться. Спасибо, Биди. Эй, Биди, глянь сюда. Что это, Биди? Обожаешь это дело, да? Мой друг, при входе в хранилище у меня было видение, как когда-то у Зеффа. О, ящик. Надеюсь, джедаи не против поделиться снаряжением. О, там было что-то интересное. Эй, Биди, что это? Выходи, приятель. Кто-то хотел добраться до хранилища с помощью этого. Эй, Биди, глянь сюда. Что там, Биди? Кости. Да, но они очень старые.
По ним ничего не поймешь. Древний могильник. Идем дальше, Биди. Тут был Кордова. Он был подавлен вечной войной. Он был убежден, что джедаи заблуждаются и что его миссия тут гораздо важнее. Кордова был здесь. Один. Скучал по Падавану. Здесь было место для медитации. Кого-то знакомого с орденом джедаев. Эту сумку кто-то привез с Корусанта. Ее владелец злился на совет джедаев. С этим нас с тобой будет просто не остановить. Ага.
Он искал яйца богликов, но стая дала отпор. Хочешь заглянуть? Что там у тебя? Нужно проверить, верно? Всегда находишь что-то стоящее. Здесь был чей-то лагерь. Кто-то был рад, что нашел гигантское существо, живущее рядом. Бинок. Так его назвали. Тебя, мой друг, ничто не остановит. Всегда точен. Хочешь заглянуть? Выходи, приятель. Эй, беги, смотри тут. Посмотрим, что ты нашел.
что там у тебя? Конечно, ты что-то нашел. Твори свою магию, беди. Инструменты Кордовы. Он ждал, что кто-нибудь за ним последует. С помощью Беди-1. Мой друг, я тотчас же отправился на Корусант и представил свои открытия совету. Рукоять меча Кордовы. Это странно, ведь я его даже не встречал, но с ней мне спокойнее. Согласен. Место особое. Возьму рукоять с собой. Заметил что-то любопытное? Что нашел? Люди. Идем дальше, Беди. Всегда точен. Хорошо, Беди. Что это? Нужно проверить, верно? О, ты что-то нашел?